Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на Азап ТВ. Спонсор выпуска – магазин автомобильных инструментов и оборудования «Сато Центр». А украшения ведущей предоставлены бутиком бижутерии «Виктория» в торговом центре «Сувениры». Суббота, 17 февраля. Температура воздуха днем составит минус 12 градусов, ночью минус 20. Пасмурно, возможны осадки. Скорость ветра составит 4 метра в секунду с порывами до 7 метров в секунду. Магазин автотоваров и инструментов «Сато-центр». Оборудование для станции технического обслуживания. Химия и автоаксессуары. Ключи, головки, съемники, биты, наборы в ассортименте. Накопительная система скидок от 3 до 15%. В наличии подарочные карты различного номинала, которые по достоинству оценят настоящие мужчины. Все виды инструмента – ручной, гидро, пневмо, электро, бензо – от мировых брендов. Магазин автотоваров и инструментов «Сато-центр». Богомякова, 46, Красной Звезды, 53, микрорайон геофизический, 22. Телефон 210-900. На этом у меня все. До новых встреч в эфире.